Всем привет! Что, друзья, я пришла за Василисой в школу очень рано. Тут вспомнила, что решила поменять сим-карту, поэтому порадовалась, что я живу в маленьком городе, где все в пешей доступности. В общем, я дойду, успею, пойду поменяю сим-карту. Возможно, она будет лучше работать, чем предыдущая. Прибежали. Сейчас быстренько. Волей случая попала в мега крутой двор. Тут такое малостроение и очень красиво. Как будто и не в Брянске вовсе. Ребятки, мы посидели дома. Очень жарко. Плюс 2.32 у нас. Мы решили сходить на озеро. Василиса счастливая. Посмотрим. Но говорили, что озеро зацвело. Я не знаю. Посмотрим, зацвело или нет. Заодно посмотрим, что там сейчас происходит. Там вроде как в этом году открыли официальный частный пляж. Ну, с платным входом. Поглядим. Ну, в любом случае, если что, просто посидим на песочке, позагораем и подышим свежим воздухом, если вода уже очень грязная. Посмотрим. Не знаю. В общем, через две остановки от нас находится озеро Мутное. Так называется, говорящее у него название. Мы приехали. Стоим на зёбре. Ждём зелёный свет. И вот туда нам, в рощу в эту, спускаться. Мы зашли в рощу, идём по гору. Тут такой гор. Надо ещё уметь его туда не кувыркнуться. Можно обойти, но мы не обходим. Можно, например, вот на машине оттуда приехать. На машине можно, да, можно на такси. Центр города, поэтому просто добраться. Тут очень много разных мест, можно заблудиться. Нельзя тут заблудиться, тут одна дорога несчастная. Ну, если ты опоздаешь на светофоре, надо быстро бежать, чтобы машину пропустить. Ладно, идем. Мне уже не терпится. Не терпится? Я помню, что когда мне было еще 6 лет, мы еще здесь шли. А еще помню, что мы с бабушкой здесь шли. Отлично. Ну, мы пришли. Нормальная вода. Как в прошлом году? По-моему, в прошлом году было так же. А все говорят, что вода цветет. Ну, пойдем вон туда подальше. Можно давай? А? Вот здесь, вот сколько места. Здесь чем-то пахнет. Вот можно вот сюда. А тут какой-то костер жгли уже, какие-то дураки. Вон, пойдем туда. Вот, давай вот на это место. На то, на... вон туда? Вот. Где шарик? Вот, где вот этот. Вот сюда? Да. Давай. Хорошо. Надо камни найти. Ну, чтобы положить на одеялко. Ищи какие-нибудь камни или кирпичики. Вон там. Только на дорогу не выходи, хорошо? Мы пришли, расположились. Василиса угнала купаться. Вон она на рукавниках прыгает. Счастья не было предела, это называется. Вот на той стороне, я так понимаю, сделан частный пляж, где есть лежаки, какие-то каталки даже, лодки у них там. Я тут пока лежу, очень странно наблюдаю вещи. Подростки, вот лет по 13, девчонки, мальчишки. Ну, мальчишки, наверное, нет. А девчонки все, они как бы в купальниках, но они почему-то все плавают в футболках. Непонятно мне, почему. Вот видите, там они. Интересно так. Странно. Все в купальниках. А Василиса нашла себе товарища. Вон она с мальчиком там. Играют так забавно эти дети. Я хотела бы вон туда сходить. Интересно, сколько там что стоит? Лежаки там есть. Зонтиков нет, странно. Могли бы и зонтики поставить. Тут тоже есть эти
спасатели всякие, гаврики. Ребятки, мы идем уже с озера. Впечатления какие? Там не так много народу, как говорят. Там достаточно чисто. В этом году, конечно, грязнее, чем в прошлом. Не знаю, по какой причине. Есть бычки. Но, в принципе, чисто. И вода, ну да, цветет озеро. Не очень там прям суперская вода. Но мне кажется, что в городских водоемах прям вот чистой воды, наверное, нет, не бывает. Она всегда такая какая-то зеленая. Так что мы довольны, хорошо сходили, полежали, позагорали. Василиса поплавала. Довольна? Да. Василиса тоже довольна. Хочу. Еще хочет. Посмотрим, что будет завтра. Может быть, завтра еще соберемся. Посмотрим, как позагорали. Василиска-то вряд ли сгорела, потому что она смуглая, а у меня белая кожа. И я посмотрю, как у меня будет состояние на утро. Вот. Поэтому к дому сейчас. Дуреть можно, смотрите. У нас как будто Новый год. Вот я не аллергик, и то мне дышать тяжело. А я представляю, люди, которые подвержены аллергии. Это просто кошмар какой-то. Выходишь, да, и прям снег. Второй день мы приходим на Мутное. В общем, река, это озеро становится чище. Самое удивительное, что Василиса второй раз попадает с одним и тем же мальчиком. Они уже тут подружились. Народу я бы не сказала, что очень много. Ну, есть как бы лето, нормально. Это нормальная история. Вот это вот они очень далеко ушли. Пойду гонять. Ребята, мы сейчас едем в Бургер Кинг. Да, мам! Маруся у нас царь. И вся жизнь крутится вокруг Маруси. Поэтому мы взяли маленький компьютерный вентилятор, поставили ей, ей очень жарко. Она не знает, куда деться, и вот теперь она это, кайфует, плюшка. Марусь, хорошо тебе там, под мандарином-то? Вот этот мандарин вырос из косточки у нас. Авокадо что-то не растет, да? Мы достаем папа. Василисы, мальчишки обувь забросили на крышу. Нам вызвался помогать дедушка местный. Он закидывает палочки. И вот уже ботинок тут. А был вон там далеко-далеко. Василиса сама дура. Сняла ботинки и бегала весь день без ботинок. Ой, так что у нас... Лиза, скажи, я не дура. Ребята дураки. Ну, ребята тоже не умные, да. Ну, в общем, у нас почти победа осталась совсем чуть-чуть. Сейчас. Ну что, ребят? Нашли мы обувь, сняли, нам дедушка помог, все сняли, все круто, все здорово. В общем, тапки есть. Осталось только, чтобы Василиса не забывала их не снимать на улице. Ты я поняла? Я не забуду, чтобы нельзя снимать тапки на улице. Угу. Было бы сказано. Я иду с маникюра. У меня теперь матовый. Зашла в Доброцен. Когда-то давно, еще зимой, я увидела там картину по номерам. Там пальмы, лодка, море. В общем, я ее не купила, потом очень сильно жалела. Потом у меня ездила подружка в Доброцен. Я говорю, купи мне эту картину, потому что я постоянно о ней думаю. Она походила по Доброцену и не нашла. В итоге сейчас я попала в Доброцен, перебрала там все эти картины. И одну единственную нашла. Так что я с картиной иду. Довольная. Почему-то мне хочется пальмы и море. Осталось купить кисточки. Это такие бюджетные картинки, там продаются они без кисточек. А кисточки надо купить тоненькие. Даже мелких деталей здесь достаточно. И прям очень хочется пальмы и море. Так, ребят, я прибежала домой. Василиса тут в срочном порядке доделывает уроки. Вот так вот, стоя. Почему-то все время стоя мы делаем уроки. Василис, не ответишь нам на этот вопрос великий? Я так удобный. Сядь, пожалуйста, на попу. Мне так ей так удобнее. Так, я сейчас перекушу, и мы идем на пляж. На тут у нас пазл собирается потихонечку, тысячи частей. Посмотрим. Очень долго мы собираем, но все равно уже чуть-чуть что-то вырисовывается. Итак, ребят, хотела рассказать про телевизор, про вот этот Hartens, который мы купили на Озон. Была какая-то дикая распродажа, он вышел очень сильно недорого.
32 дюйма Харттон с Алисой. Я его подключила вместо монитора, поэтому у меня немножко по-другому будет. Но в принципе, он достаточно себе нормальный телек. Сейчас я вам покажу. Единственный минус, что в нем, это то, что в нем нет, как сказать, Play Market'а. Но у него есть достаточно много вариантов. То есть HDMI, есть телевизор, есть приложения. Только я не помню, как их выключить. Сеть интернет. В общем, стандартно выходит нам Яндекс Плюс, а можно поискать что-то Алисой. Пульт с микрофоном, он как бы ищет себе. Алиса, найди нам мультик «Русалочка». Он просто... «Русалочка», он что-то у меня не слышит. Слышит просто мультик, потому что я рано отключаю. В общем, вот она, Маша и Медведь. Мы искали, что... Тут есть предустановленные приложения, то есть те, которые, в принципе, можно использовать для просмотра чего-либо. Тут достаточно много, и премьеры, и Вицион, и Олка, и Первый канал, и смотрим. В общем, вы все это можете установить. Да, купить какие-то приложения в Play Market вы не можете, но предустановленные вот эти приложения вы можете себе скачать. Вот они какие-то установленные есть, то есть Кинопоиск, то, что у меня подключено, можно Олка, Мора... и спокойно себе смотреть эти ресурсы. Так что звук. По звуку, да, не хватает, мне кажется, объема немножко. Но, опять же, цена этого телевизора, она предполагает, что он, конечно же, не супер гениальный, там, я не знаю. Но у него есть Smart TV. Я сюда никакой антенны не подключала. Он у меня просто подключен через HDMI к ноутбуку и идет вторым экраном. Ну и сам телевизор прекрасно. Он подключается к интернету, все у него работает. Поэтому как бы ничего такого плохого о нем я сказать не могу. За свои деньги он прекрасно себя оправдывает. Так что телевизор Харттон. Сборка Россия. Производство заявлено тоже Россия, поэтому поверим России в который раз. И надеюсь, что он проработает. Ну, в общем-то, что с ним может случиться, если Маруся его не опрокинет, или вот Василиса. Что еще может с ним случиться? Ребят, зашли в Фикс Прайс, купили вот такую лодку на радионаправлении. 349 рублей стоит. Слушайте, она прекрасно работает. Попробуй, Василиса. Вон, вот прикольно, в ванной. Назад, вперед. Классно. На речку, конечно, вот на нашу не возьмешь, там людей много, а вот в деревню мы возьмем с удовольствием в пруду. Погоняем ее. Прикольно. Специально взяли желтую, чтобы она была поярче на воде. Еще и куча оттенков зеленая, фиолетовая, какая угодно. Василиса вас не развлекается. Ну, классная штука. За совсем небольшие деньги, так что мы рекомендуем, да, Василиса? Да, еще в Сикспрессе мы сошли его в первый раз, и там была фиолетовая, а фиолетовую мы не решили купить. И нашу желтую. Мы хотели красную, или хоть зеленую, или красную, желтую, но мама купила мне шубу.